Прицепной состав. Это у нас 40-метровый трос. Это Валерич. А там у нас Женя сидит. Мы его пытаемся вытащить. Охренеть можно, мы его вытащили. Мы добрались, там мост разрушенный. Теперь мы решили проехать. Вот у нас Роман Валерьевич сидит на капоте. На капоте, вот Мишка за рулем. Там у нас... В раскоряшку Андрюшка. Блять. Че ты сломал такое? Вот Валерьевич пошел. Значит, смотреть. Мы не будем выходить туда, нахуй нам ключей накормить. Нет, ключей не будем кормить. Ну, пусть Валерьевич кормит. Суть в том, что мы вот здесь вот доехали, где Валерич сидел на капоте, и обнаружили здесь вот такой вот, сука, ручей. Вот он, сука, ручей. Вот он. В начале поездки ты еще матом не ругался. Не ебет. Вот. Дальше мы сейчас, короче, сооружаем переправу через этот ручей. Потому что перебраться через него нет никакой возможности. Очень высокие берега. Короче, ребята, что сейчас происходит, это вообще шило какое-то. Мы соорудили переправу. Сейчас Миша ее будет форсировать. Жень, я показываю. А то он не знает, на кого смотреть. Охренеть! Мишка проехал, поехал Валерич. Ой, ребзя. Мать идти колоти. О, лягушка. Сними хоть. Лягушка, смотрите. Где лягушка? Ты вот кушать лягушка. Хочешь, Паша? Очень сильно. Будешь аристократом. Вот лягушка, смотрите. А у тебя сейчас в машине пахнет? Нет. А у меня пахло. Валерич! Скажи, что ты думаешь об этом. Так, отставить нервный смех. Дубль 3. Как обычно у нас. Сегодня весь день у нас приключения. Дубль 1, дубль 2 и дубль 3. Ну хоть потише едь. Потише, Женя. Слушайте, ребята, мы это сделали. С ума сойти.
Женя, снимай. Да выйди, блин. Вот мы приехали к озеру, значит, от нашей тачки. А вот прикиньте, какой тут холм. С ума сойти. На бугротик-то залезем, так там видно будет. Мишку решили пустить вперед. Мы сейчас, короче, вышеупомянутый холм. Мы на него заехали. С него спустились. И, собственно говоря, вот сейчас через поле едем к пункту назначения. Дрэк-рейсинг. Слабо вот так вот. На колене. Миша, блядь. Ой, блядь, камыши. Оу, а это не есть гуд. Дай мешку. Короче, предполагается, что здесь болото. Но камыши обычно на болоте. Да, камыши растут обычно на болоте. Нет? Миша, проехал. Колбасит, конечно, нас лихо вообще. О, заглубка пошла. Женька может не забраться на своей резине, наверное. Играючи. Стой, стой. Женька, жди. Все, класс. Ветер поднялся, сейчас такой ливень. Собственно говоря, мы ехали-то вот. Вот Андрюха. Вот наши тачки. Вот наша тачка и вот наша тачка. Вот мосты. Под одним из них мы стоим. Вот мы оттуда приехали. Вот там все очень плохо. Сними-ка меня. Тебя? Да, я вас сымаю, все, сымаю, сымаю, сымаю. Короче, вот он я, оператор с его проекта. Во, да. Валерий сейчас хочет накачать колеса. И куда-то двинуть. Домой. Сколько мы сюда ехали? Чем 6 часов. 6, да. Мы сюда ехали 6 часов. Сейчас обратно так же поедем. Не жди меня, мама. Короче, ребзя, вот я что хочу вам сказать. УАЗик – это гениальная тачка. Андрей Владимирович, как вы считаете? Я поддерживаю вас. Короче, от поездки остался один восторг. К нам приехал гость.
Что это было? Там же написано было нечто. В общем, ребята, это было нечто.